Ну все, Дис, это самое, и спросить у людей, типа, как что они отдупляют. Дис, нате вам шкаф. Давайте, нажимайте. Вони. Три. Начинаем. Маг в Аркане, блядь, шмотки на Фаера, я ж нихуя не понимаю. Это комбинация. Комбо-поинты, нахуй? Да. Чё-то маг какой-то новый. Типа очень сильный. Сука, ну тыкните, ебать. Ну так вылези оттуда, там все коротко закрыли. Сейчас, я вылезу уже, блядь. Тут вот тыкаешь, только в одну кровь попадаешь. Ну, блядь, коровы встали, сука. Я все равно хилов ищу, я не хз, я не доверяю этим хилам. Надо в диз загнать, блядь. Как они вообще, ну... Исуфу не доверяю. Сейчас чекну, нахуй, таланты. Шмот. Ну, вот коса на эрдру, это уже хуёво, конечно. Чё было? Чё было, чё было? Где? Я по поводу косы. А, коса, у Ирду говорю. Это ты, радость наша? Блядь, что-то багается. Да-да, я. Коса, а другого ничего нет с духом? Да, в сове сейчас просто. А, ты в сове, ебать. Не, я вижу талант Ирду. Ну, да, да, мне сейчас только перекинул. А чё ты не берешь этот благословение природы 3? У тебя 20% хосты будет после крита доток, хоток твоих. Надо будет поменять этот талант. Могу сейчас ходить перекинуть. Иди, 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 свични. Это... Стойте, блядь. Вы уже КД повесили. Я Рошам для себя сторону нашел. Да, все, уже КД повесили. Да похуй вообще, блядь. Я не пойду в тренер дру. Надо сначала бы, наверное, было в ДС зайти, ебать, а не кидать на. Так, радость наша, ты вообще был здесь? Ну я с вами ходил пару раз. Но ты именно на Ториме в Хэме был? В Хэме нет, а так был. А Кискуля? Кискуля, ты здесь? Сейчас еще Суфа спросим. Суф, ты был на Ториме в Хэме? Суф, ты знаешь вообще, где Торима? Кого, блядь? Пацана в ступор поставили. Я понимаю, он же у нас этот, нахуй. Фрезеровщик. Прикинь, он, блядь, сидит там, блядь. Sailor Moon, блядь, плакат, нахуй такой. Ну, по шмотам мне Кискулю больше нравится, если честно. Сейчас чекнем. Сука, ну ни у того талантов нету на этот. Залупа шея у Кискули. Киньте шамана Дискорд. А плечи, меткость, это чё? Это тут носову, типа? Кискуля тут? Нет? Блять, шапка, ладно. Да, он еще в Дискорд зайти не может. Посох, ладно. Кольц. А, он вон, он вроде с пугами сидит. В гостиной точнее. Ну, блять. Нету, что ли, блять, этого? Так они новенькие, у них нет нихуя. Нет, кнопки интер нету, что ли? Поставить диск в этом, перекиньте мне. Шмот залупа. Блять, я че находим в ТБК их перекинул. Шмот чистая хуйня. Вот на перчах чарки нет. Крафтового пояса с тапками нет. Стой. Кискули, ты здесь был? А то время. Время. Нажимать. Через крит. Че нынче Рудру через крит одевают? Но... Не, просто нету, наверное, другого. Блять, тогда лучше 200-ю какую-то со скоростью. Вообще не был. То есть даже не представляешь, что я здесь делаю. Ой, бля, еба. Кискуля, а у тебя ОД есть? ОД, очки доблести. Короче, ладно, Кискуля, давай тогда в Доваран на замену, короче. Ты что тебе подам за хуй? Там смотри, короче... Ой, приоритет будет у тебя. Знаешь, эти шары купи ледяные. Четыре шара обмениваются у торговца на ковре летающем на одну сферу руническую. Купи себе сферы рунических на крафт пояса и тапок. Давай это потом, пожалуйста. Давайте сейчас уже убирать. Будем метки ставить, только полчаса пошел тогда. Я не могу перекинуть его. Чел, так перекиньте сюда. Сферы 200 ОД стоит. У нас с канала 201. Без ледяных шаров. А, это заебись.
Так, Кискуля, давай, да, тупо за варан делай. Не заметит, пока посидишь. Я тебе тогда, ну, ты чё, сиди, может, пригодишься. Тебе тогда фул епа дам за рейд. Хоть все будет, тебя приведет. А да, шаман вот шарит? Да. Шаман Биси? Все супер, ты не наш, получается? Иди да отсюда. На ноги есть рефт? Еще шкаф, еще шкаф. Был сумасшедший. Давайте, достаньте шкаф. Вы что, шкафы жрете, что ли, нахуй? Потихонечку раздупляйтесь. Давайте, пойдем метки сейчас поставим. О, блядь, куда шкаф унес? Че, вы тогда десятку принесли, фул? Да. Алгалона убили? Привет. Я не знаю, что там сидит, начал. Нихуя. Так Алгалона убили? Я говорю, убили. Заебись. Так, ладно. Кого суммонить? Шамана суммонить или нет? Ладно, короче, пока раздупляется. Пойдем, расставим метки все. Шаман, ты в Диси? Пойдет. Кому на все равно метки ставит. Не тут вы скидывают. Кто мы скидывали с тобой? Я сейчас скину. Без дисплея проклятие для шамана. Са. А. Пойдем ставить метки. Агрики трэш фулил. А ты хочешь, типа, ну, а ну, конечно. Мы вчера там бегали. Да нахуя, ладил, ну, мобаб контроли и все. Они не мешаются, типа. Места дыханием сносят бегающие. Ну, сейчас типа, рыба... это прохиливается все. Бейте мобов. Я возьму контроль. У вас дает Присты, может, рибафните еще? Сейчас не да сейчас метки расставят, потом рибафнем. Так, вы уйдите отсюда лишние всякую ступенькам. Да. Короче, сейчас следующая метка будет сейвовая, должна быть. Да не бейте вы этого моба! Чё он доебывается? Да? Этот, кто там на сове стоит? Пук дракона, ты вниз? Перекиньте с гостиной. Да вбил он нахуй, чё он? Всё, перезапустил дискорд, если чё. Там, если там ставить, то передний выкупать один хуй. Этот, одно тело, как он называется? Стоит, да? Куда ты, сука, побежал, блядь?
Блять, еще промах. Не бейте. Ты же в прошлый раз по-другому ставил мид. Ну да, надо просто это. Ты сначала ставил мили зону, а потом РДДшников пошел. Сначала ставится сейвовая метка, сдвигается немножко. В ней типа, чтобы не бегал челик. А, ты хочешь, чтобы там стоял, да, сейвовый? Ну так мы все в комбате, не? Ну да, в комбате. Контроль возьмите его. Красиво. Это какая-то залупа кривая, реально. Сука! Пацаны, у меня промеж ног белка торчит, нахуй. Открой свою. Ебанешься. Блядь, это хуй. Треугольник, треугольник, перебеги этот пук. А, пук. Хуйтень какая-то получается, тебе не кажется? Да, а где мелики стоят? Блять, вы поставьте туда, нахуй, Таурена, блять, с большим таргетом, нахуй, и не ебите голову, нахуй. Тут у Таурена самый большой таргет, блять. У всех одинаковое. Теперь да, теперь конечно, блять. По-моему, по Луне будет, нахуй, Близзард проходить. Не-не-не. У Зерка, блять, огромный таргет, я не нахуй. Нет, не будет. Отойдите туда на ступеньки, вон где дерево стоит, съебите весь рейд отсюда. У меня красный круг, у меня, блядь, ДБМ не показывает ники. Кто там еще стоит, еще? Ну вот ты сейчас идеально стоишь, типа. Ну, ровно 12. 12, да? Ну, я не знаю, конечно, как с Эрдрушкой, но от меня ты 12, и Эрдру 12. Ладно, понадеемся на картинку. Дикая прополощение. Потестим. Вроде последняя осталась. Не, ну да, тут нормальная метка стоит. Давай. Ну, теперь надо в кружок один, этот кружок еще один. Отойди назад, вар. Кто там? О, так, да, да. Залупа чистая получилась. Ну тогда вам нужно будет... Типа, вам придется вот так вот, вот тут вот таунтить, вот тут вот, и вот так вот ставить его, чтобы милики били, получается. Не-не-не-не, расчет, что босс будет вот в этом, в центре здесь стоять, понимаешь? То есть босс должен из черепа таунтиться в звездочку, потому что от босса... У вас трусы и мили не будут бить. Это вообще похуй. Похуй на них. Будут как-то друг, ну, какой-нибудь ауешкой бить. Этот, расчет, что вот это вот кружок находится типа на месте, где босс разрядом не попадает. То есть он в эту кидает, хотя что-то даже хуй знает, может и будет кидать. Как может, в прошлый раз поставим просто. Ты один будешь стоять в этой сейф-зоне, и все будет заебись, типа. Ебать. Там сейф-зона, там не пролетает этот, не пролетает разряд. Давай я встану. Давай я сразу черепок поставлю вот сюда вот. Правильно, да? Давай кружок. Вася, все хуйня, давай по новой, суф, извини. Нет, я ты сидишь, блин. Так, я думаю, все никакого. Давай, радость наша, что ли, короче, на замену идешь. Сука, блядь, это нахуй лау, это пиздец, блядь. Сегодня остался, да и все, потом дальше уже не пойду. Он, блядь, последний остался из этих, чтобы в ВК ходить.
Нет, нам молотов нужен. И ранч. Я не могу поменять. Я его не тихо кинул взамен. Во-первых, у него шмот еще слабоват для выбоя хэма. Это раз. В ромбик один. Во-вторых, я его первый раз здесь вижу. Один в ромбик, пацаны. Ты даже понимаешь, что я его повесил, да? Да, давай я пробегусь нахуй. Чё, нормально? Антох, нормально, а? Нормально стоишь, всё, заебись. Давай, дальше пошёл. Так, ну всё, поставил тебя. Ну, у меня горит красным, но ты не стоишь, как же. Это Славик бегает, хуйнёй занимается. Да-да-да, я знаю, я вижу. Сейчас нормально? Всё идеально, но встань, поспорь. Ты же тут стоять будешь. Встань свою звёздочку. Тебе ж потестить. Ну, что, поехали нормально. Расстановку. Да? Вообще охуенно, вот сейчас ты двинулся. Охуенно, вообще четко. Ну, вот, я устаю, типа, еще не в центре. Ни до кого вообще ни капли не достает. Что, чисто, если все да? станут ровно, блядь, все будут красавчики. Если нет, то вообще... МС-12, блядь, напишите вот, и все нахуй. Смотрите. Этот, с радостью там что-то сделать, не знаю. Я не знаю, мне некого менять. Я только по Квотердру. Да, у нас типа нормальный хилый состав. Я тебе не могу поменять, что мы в 6 хилов пойдем? В 6 хилов мы сдохнем просто. ДПС не хватит. Никита, если хил. Если нельзя. Ну я его первый раз вижу, радость вот этого первого. Это новенький же, да, в гильдии? Кто? Радость. Я первый раз вижу его в рейде. Синее кольцо, ну, блядь. Тоже взяли тебе. Ну, блядь, шмот-то у него так ничего на самом деле, нахуй. Хуйня шмот. Либо тип что-то шарит, либо то... Ну, в смысле хуйня шмот, блядь? Шмот весь со скоростью, чё, блядь? Где он стоит, я чё-то не вижу. На ступеньках. Короче, как это, как эйфорина будет здесь, начнем расстановку. Радость и портуйся. Ладно, да, давай тогда, короче. Ты пойти сейчас смогу. Он тактики знает, в курсе? Я знаю, что эйфорина знает. Ну, не помню. Эйфорина понятно, но... блядь. Эрдрушка не полностью готов крыть. Ну, ты посмотри на Суфа и на тех двух. Разница большая. А у него там и сакеты, и чарки, не все. Субботи сейчас. Переживай. Короче, надо сделать так, чтобы хилы в разных метках стояли. Так, ну, Хао, давай в треугольник. Запоминайте свои метки. Метки свои запоминайте. Так, Владимир. Владимир, мы не проходки делаем, мы, блядь, хэмы делаем. Владимир в крестик. Шаман, который, как там правильно, Оране, да? В Тевдисе. Это самое, твоя метка квадрат. Я виноват, что вы заходите, блядь, через час после начала, блядь, Артена. Этот самый, кто он? Скажи мне, скажи тебе, блядь. Эйфорина в луне. Так, 4 хила поставил, суп остался. Ладно, с супом потом. Бля, Александр, я прослушал. Где я стою еще раз? В трусах? Да, в трусах. Бля, сейчас я просто купил. Да. Ярко и Квазивер. Ну если... Сколько у нас миликов? 2, 3, 4, 5, 6, 7. Один к танкам бежит, остальные по 3. Амс есть у кого-то или два фурика? Ладно.
Вон, у УАЗика можешь в лицо поставить. Донфлиш, поставь лучше УАЗика. Он армс. Да. Будет парировать. Все как раз мои мастеры, да? Ну, так 7 миликов, ну посчитай, УАЗик раз. Так у нас фера еще не звали. Так у нас фера. У нас два. Поставь УАЗика звезду, ебаный стыд. У нас 7 миликов. Давайте сразу на свои места, чтобы не забыть. По три человека отправляем. Так, вопрос такой. Блядь, секундочку, стойте, у меня, блядь, наушники вылетели. Есть люди, которые не услышали, в какой они метке стоят. Кто не понимает еще. Либо чей ник не назвали. Есть такие люди? В рейде мне позвоните. Не, может быть, мало ли, кто-то не понял, кто-то недопонял. Потом не было такого, да. Ладно, вроде все нормально. Так, смотрите, короче, второй нюанс. Сейчас комнату мы разберем, что идет по СС-ам. Я сразу назначу, ебать. СС сдадите, как только мы... Подожди, Малах, не давай кому, блядь, кому-то ебал СС уже. Ты что, прикалываешься? Ты кому дал Малах СС? А, не дал? Он его скрафтил. Так, СС сдадите, как только нахуй, мы босса спулим. Малах, даешь Суфа, Квазивер, даешь Столовку, Тирьяки, даешь Телдрина. Дарафан, даешь. Давай, пуку дракона дашь. Давай, пуку, да. Все, вроде всех назначил. Пусть все по меткам станут сейчас. Так, ну я сейчас даю. Посмотрим сразу, кто кривой, но. Рэнс, вот так вот. Так, Слав, давай еще в комнату, короче, иду я, Ладомир. Получается, по хилам. По танкам идет Столовка, получается. Или кто у нас был в прошлом, на прошлом ТД? Вчера? Не было. А, нет. Столовка здесь, Талдрин идет в комнату, короче. Идет. Че, потом, да? Потом по пати, по рейнджам, короче. Давайте второе пати идет. Все, второе пати. А, нет. Все, третье. По-моему, так и было. А нам хватит? Нам хватит? Хватит, хватит. Давайте, давайте. Так, все пьют сапроты, даже милики пьют сапроты. У кого нет сапрота, тогда Телдер снимет с ГП и раздай. СС уже назначил. Я на столу. Да-да, я всех удачу. Не, Малах дает Суфа, а Дог дает пункт дракону. Чтобы, типа, наши БРы были под СС.
Все, так, давайте ребахайтесь, все пейте фласки, саппороты. Рыбу ставьте, Рыбу ставьте, да. И приступав, пожалуйста. И приступав, да. У тебя есть? Так, ладно, вроде проговорили. Кто без сопротов? Кого сопротов еще нет? В чат присадите, либо Телдер на обмен киньте. Сейчас вот. Я обмен кину. Вот, и давайте вообще на баф уже поехали пробовать. Больше стоим. А, если вайп, у нас есть масс-рез появился, наконец-то. Сдаем диван, бля, просто. И никто с тела не встает, чтобы нам не бежать и по полчаса не тратить. Просто диван кому-то сдаете, и любому челу, блядь, вы живой остался. И масс-рез остаемся. Вот это хорошая новость. Так, чё, да, еще раз, ебанер, че, на бафы, на пул, на понимание всей хуйни, которая здесь произошла. Типа, ты умеешь этим, да, лутмастером разрабатывать? Да. Оно все это просто, я тебе дам молдер, да. Бля, мне не нравится слайковский лутмастер, нахуй. О, квин, это класс, класски. Да. Ё, класски, я пробую, я выпью, я держу просто моба. Вот. А, да, да, была рыба. Блять. Смотри, комната. Стоял, блин. Бля, скажи, пусть все встанут и все у них нахуй. Блять, развернешься так. Я почему-то не могу. А, все. Да ничего. Так, давай кушайте, фласки пейте, чего стоит? Время теряю. Все, давайте, короче, поехали. Я моба отпустил, моба сливайте. Да я еще раз чек на фласки. Блять, я уже не могу, уже там нету. Квин. Квин, фласки. У меня саппорт выпит. Все, я выпит, да, отлично. Один саппорт есть. Валера, саппорт выпит. Этот завоеватель выйдет, пацаны. Залили сразу. Да? Перебежал. На правую сторону. Пойдем дальше. Стой, стой, не бейте его, не бейте, не бейте, не бейте его, он того дальнего. Прибежали, прибежали. Налево. Бежим, 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 бежим. Как он заебал. Бля. Да похуй, Слава, не трогай его, следующий выпадет, заберешь. Что за хуйня у всех? Что такое? Нормально. Пацаны, ДВшники собрались нахуй льду закрывать. Я рот ебал этого сервера. Говорите, что ли? Ну конечно, у всех причем, блядь. Ну сервер упал, нахуй, хули торрена запустили, все пизда. Все, убираешь? Никто не вылетел, кроме тебя. Да конечно, блядь, нахуй. Ты реально вылетел, ничего? Блядь, а что с меня сбивается этот постоянно? А, я только вылетел, нихуя. Ты, да. Ну, там рейндж надо, это... Если моб далеко, то рейндж. А чё за хуйня, блядь? А, у нас ещё... Как у вас... Как у Вара проебали?
Да, мы тут все проебали. Ну хули, соловка упал. А. Падаем хули, бачу. Теряем, блин. А я теперь зайти нахуй не могу, понял? Ну, ты его далеко не убегай. Нельзя моба далеко уводить, и нельзя сам. А все, падать у вас танк вылез. Тут даже пули хаванули. Встали, побежали. Диван дали. Ну а какой смысл, мы все равно наверху сдохли. Игра, это просто пошли не нахуй. Ну кто там есть, резко. Тут бежать. Смотрите, сейчас нахуй цепная реакция, сейчас по очереди все вылетать нахуй начнут. Мастерес говорит, когда мы все будем дохнуть от Тарима, а не от такой хуйни. Кого фиксанули? Как дела? Нет. Даже ПВП без моба не убивают. Ну, может, мейнрейд убивает, но вам, блядь, еще далеко для таких. Второй рейд без моба не убивает, куда вам-то? Чё? Второй, это там же Алгалан, да, души даже? И убиваешь босса, да, это как на лече. Давайте, быстрее встали, добежали, блядь. Согласен, дайте столько. Да я при телеге забокуюсь. Ну, три мага, дайте столько. Так, все, самое, Слав, давай баф выжить. Все, давайте быстро кафу рибаф раздали. Он стоит столик в центре. Давайте бафаемся быстрее, полетели. Да ярче на баф. Там еще не хватает, один нет. Все, заебись. Ну-ка, Славик, проверь на эти, на фласки. Фласки там пофиг. Ну, нажми и этот, готовность. Женек, в чем проблема? Все здесь. Queen. No flask, queen. Блять. Тебя не саппорт выпьет, у тебя выпьет какая-то банка, я не знаю. И она не работает в этом инсте, она работает только на плато. Это точно, ёлки-палки, они просто похожи, блядь. Перепнулась. И Элдрин. Ты уже, а, там. Давайте не обострёмся, пацаны. Мы вроде по времени вообще заебись успеваем. Там давайте только в комнате не дохните, не в полу, не в комнате, а на арене. А, я ебать без чарки на пуху заеб. Что это? Где я? Мой повелитель. Зачем еще явились сюда? Тетрам, куда? Если не для того, чтобы убить тебя. Блядь, ничего не зашел. Плохо опоздал. Стыка. Налево ушли. Все, всех дотаем, мы подбежали, помню. Егор, спиной не танчим, блядь. От лица все отошли, ебать? Чё, проведи его.
должна быть. Небольшая. Да, я отъебаю. До стенки, с одной стенки до стенки не достает точно. Здорово, Серёга. Короче, у нас пока фу, давайте пока на замену возьму. Пока посиди, отдохни, почини. Крякишься. Всё, всё, поднимаемся, поднимаемся. Поставь его вот сюда, вот, чтобы ты стоял в одном углу, чтобы он стоял, он откидывает. Да, мобай этого. Он стоит прямо на месте, вот раньше. Сейчас прыгнули, сразу, блядь, залили мобов. Кто у нас первый босс тащит ловкой? Когда Егор заберешь его за стенки, ловкой перегрешь. Давайте, мобов. Егор может, ну ладно. Это невозможно. Тори мне сомневается. Забирай столовку. Нет. На пульте на столовку. Как у нас этот сдох? Килимся. А, ну он не успел, короче. Активировали босс. Не кажется ли босс криво стоит? Кто проклятие кидает? Кидайте на дэмэдж. Так я же вроде я стелю. От разряда уже, короче, убегаем все. Разряд в луне. Что, вставай, походу, нахуй. Шаман, вставай, блядь. Я помню, у тебя СС должен был быть. Был СС? Нет, СС не было. Вставай, Эйфорина. По шаманам дайте ребафу. А, стул, БР, пук дракона. Пук дракон, БР, роботому. Пук дракона, БР в итогу. Пока остальные БР оставим. Массакру сдайте кто-нибудь уже, наверное. Ламир, за массакру. Начинает ебашить. Следите за разрядом. Женек, не забывай. Давайте прожимки. Прожимки, прожимки, давайте паладину уже. Токио Рэйв, давай, с массакром. Все есть, блядь. Дал рядом. Так, космополит БР и Ефарина. Даю зубы по тебе. Блядь, Килим, так, есть. Знай ги... А, блядь, гиб, мапа контролишь. Еще кто-нибудь дайте какой-то сейв какой-нибудь? Ой, остался. Выбери. У меня кровь вампира еще целая. Да-да-да. Давайте, давайте, добиваем.
Ебать, сбежал. Все, умнички, ебать. Просто умнички. Один трай. Первый трай убили, можно сказать. Ну давай, ебать, для того, у босса. Кто тут такой? Да, остановочка вообще была отличная, вообще ни одного сверта в цепной молнии не было от разведочки. Ну-ка, ебать. Давай, Телдера, давай. Минус 40 тысяч, рез, нахуй. Ну, там острез, нахуй, давай, расчехляй. Да дохуя еще. Да, время дохуя. Пожарник, пожарник. Не, это не то, именно в босса. Ну, осколок. О, еще осколок выпал, ебать. Третий бой уже нахуй еще плюс был, Миш. Ну-ка. Ебать, дырафон, ебать, на пирамиде. Нормально. Смотри, пошел. Без, блядь, как у котенка, нахуй. О, сейчас дырафон на месте. О, ебать. Никита, ты хотел уйти, ебать? Хотел поменяться, нахуй? Че, Никита, а? Поменяться хотел, да, говоришь? Терапарет упал здесь. Так, а... 200 урона в секунду. Вот так, значит, да? Поменяйте, пожалуйста, лабанга, мол, говорит меня. Надо. Так, так, Серега, ты идешь? Нам нужно. Знаете, мага, кого надо уходить? У тебя ОД нету, паладин? Типа, что, купить не можешь? Да-да, а чё о, вы банга покидать рядовую группу, нахуй? Вот эти нам пункти. Чё он платит, нить? Это же бессмертный. Всё, короче, нахуй. Давайте тактики, хуяктики людям. Пошёл. Мне тоже нужно, у меня 19-я голова. Блин, у нас Тинлавы нету, ебать, чтобы нам рассказала тактику. Только что. Там как-то рейд делится. Малак, а что ты не дамажил? Отличается тактика от десятки. В 6 или 5 будем хилить его? Понятно. Да в 5 хилите, попробуем, давайте в 5. Тут помогать надо. Беса нужно перепризывать, потому что наверху остается. Я почему первому бегу, чтобы перепризвать его попасть. Да, в одного танка. Так, я справа, да. Давай, когда мы сюда прибежим, еще то же самое. Первый, третий разолет слева, допустим, а вторая, четвертая справа. Ну, чтобы тут... Ты понял, да? Ну, когда мы переведем, да, его на вторую фазу.
тогда будем лучше развивать в стороне.